Зачем молодые девушки идут к хирургам, понятно, но не до конца. Эти звезды были хороши и до всевозможных манипуляций. Стали ли они еще лучше, сделав преждевременную пластику? Алена Шишкова. Модель Алена Шишкова до 30-летия успела изменить в себе все, от разреза глаз до кончика подбородка. Неизвестно, пытались ли хирурги и косметологи оградить Алену от ненужных ей манипуляций, но она все равно добилась своего. 31 год Шишкова – другой человек. И не все согласятся, что она с годами и переменами стала только лучше. Эрин Мариан. Звезда сериала «Пацаны», исполнительница роли звездочки, удалилась из социальных сетей на волне хейта в свой адрес. Эрин Мариарти решила изменить себя с помощью пластики или филлеров. Средства неизвестны, но результат очевиден. Миловидные черты актрисы растворились. Анна Заворотнюк. Дочь прекрасной няни Анастасии Заворотнюк начала активно работать над своей внешностью с 19 лет. Сначала Анна увеличила губы, потом намекнула, что потянула грудь. Со временем комплекс процедур для поддержания красоты рос, а лицо девушки становилось все более неузнаваемым. Белла Хадид. Сейчас Белла Хадид страшно жалеет о том, что сделала ринопластику и избавилась от фактурного носа. Эту операцию будущей модели позволили сделать в 14 лет. Однако неудачный опыт не остановил Беллу от других манипуляций. Лифтинг бровей, например, подарил ей узнаваемые лисьи глазки. Анна Хилькевич. Во времена своего 20-летия актриса увлеклась уколами красоты. Анна Хилькевич и без того была молодой и красивой. Неизвестно, что она пыталась исправить. В этот же период у звезды «Универа» появился другой нос, пухлые губы и грудь на пару размеров больше. Ариана Гранде. Первую операцию певица сделала еще в 20 лет, судя по снимкам, да, и после. Девушка изменила форму лица, выполнила блефаропластику и ринопластику. Взгляд звезды стал более томным, а нос более тонким. Потом Гранде начала гармонизировать внешность с помощью инъекций. Например, так она увеличила губы. Инстасамка. Российская репортистка успела переделать себя к 21 году. Дарья, так зовут певицу на самом деле, исправила губы, грудь и ягодицы. Некоторые операции она делала не один раз, чтобы добиться желаемых форм. Но чем старше становилась инстасамка, тем меньше ей нравится результат. Сейчас она не против окатить все назад. Кристина Сысоева. Телезвезда и светская львица Кристина Сысоева, уроженка Сибири, которая перебралась в Лондон, поближе к достопочтенным сэрам и богатым ухажерам. В довольно молодом возрасте девушка сделала себе острые скулы и огромные губы. Кристина создала моду на такую внешность и до сих пор верно ей следует.